Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов. И я хочу пригласить вас на свой бесплатный вебинар «Анализ контекстной рекламы». Зачем вам нужно посетить этот вебинар? Если у вас есть или когда-либо была контекстная реклама, вы знаете, что создать рекламную кампанию, в принципе, довольно просто. Да, в ней бывает очень много подводных камней, которые в основном приходят с опытом, приходят уже не с первой рекламной кампании, а со второй, с третьей, с пятой. И чаще всего вы узнаете о этих подводных камнях именно благодаря аналитике. Ну, во всяком случае, многие из вас. А что, если я расскажу вам за один вебинар, как провести полный аудит и подбить полностью всю статистику ваших рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords? Какими инструментами нужно пользоваться для того, чтобы быстро анализировать и вносить правки в рекламные кампании? Ведь в основном болезненные точки в рекламных кампаниях везде одни и те же. Об этом на этом вебинаре мы и поговорим. Для того, чтобы зарегистрироваться на этот вебинар, вам необходимо просто заполнить форму на этой странице и приходить в назначенное время. Что ж, жду вас на своем вебинаре. На этом все. С вами был Константин Горбунов. Пока-пока.